Новогоднее представление в Звездном готовят в авральном режиме. Каждый день здесь тренируется хоккейный клуб «Липецк», и фигуристам лед не достается. Сегодня редкий случай, когда ледовая арена свободна. Чтобы отработать программу, артисты будут кататься до самой ночи. Приходится находить время для репетиции вечерами в основном, потому как задействованы персонажи в сказке. Не только учащиеся из Дюшор, но и наши выпускники спортивной школы. Артистов для этой постановки искали по всему городу. Задача непростая. Нужны люди, которые занимались фигурным катанием. Сергей Семенов свои 36 форму не растерял, хотя профессиональный спорт остался в прошлом. Костюм мыши он примеряет с удовольствием. В новогодних представлениях на льду он участвует с детства. После армии спорт не забросил. Ну как, профессионально уже не занимался, просто приходил кататься. Девушки, с которыми катался, стали уже тренерами, вот, поддерживали отношения, просто приходили кататься. А потом, как бы, на Новый год организовывали праздники, детям дарили сказки. В сказке «Приключения кота Леопольда» участвуют 40 человек. Чтобы организовать такое количество фигуристов, на лед выходят и сами постановщики спектакля. Это для зрителей кот Леопольд, а для детей на ледовой арене – тренер. Во время выступления Юлия Ашонина будет подсказывать ребятам жестами. Где-то руками потанцевать, то есть они уже поймут, что это нужно руками где-то пошире потанцевать. Где-то там ушко поглядеть, а ушко за ушко послушать, там что-то еще повернуться. В этом году впервые на лед выйдут и самые маленькие фигуристы. Веронике всего 8, но задание ответственное – нести корабль «Бонифация». Тут и самой удержаться надо, и реквизит не уронить. Я первый раз участвую и чувствую, что у меня все получится. Кощей Бессмертный, Карлсон, Чунгачанга, Чиполлино. Маленьких липчан будут развлекать персонажи разных сказок. В Липецк приедут и призеры чемпионата мира по фигурному катанию с парной программой. Свой номер они репетируют в Москве. Первое представление зрители увидят уже в эту субботу. Наталья Тюрина, Юрий Талдыкин, ТВК «Новости».